Азербайджан развивает свой туристический потенциал и в скором времени намерен выйти на уровень, который наблюдался до глобального карантина в связи с пандемией COVID-19. С этой целью работа по продвижению туристических преимуществ страны активно продолжается за рубежом. Так, азербайджанские специалисты в данной индустрии приняли участие в международной выставке туризма и путешествий ITB Берлин, которая сегодня подводит итоги. В частности, туристические возможности страны в столице Германии представили Ассоциация отелей Азербайджана, закрытое акционерное общество «Азербайджанские авиалинии» и ряд передовых туристических агентств. Ранее во время своего визита в Бахрейн о постпандемическом восстановлении сектора в интервью Trade Arabia рассказал исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгшмидт. Восстановление идет по правильному пути. В 2019 году у нас было около 3 200 000 туристических визитов в Азербайджан, а в 2022 году 1 600 000. Таким образом, мы уже достигли около 50% от допандемического уровня и видим, что восстановление продолжается. Мы рассчитываем достичь допандемических показателей к 2024 году. Авиасообщение в значительной степени восстановлено. Туристический поток из стран Персидского залива уже восстановился до уровня 2019 года. Согласно данным Государственного агентства по туризму, в прошлом месяце страну посетили почти 113,5 тысяч туристов. Это на 49% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чаще всего в Азербайджан приезжали россияне, 35 тысяч туристов. Из Турции прибыло 23 тысячи человек, а из Ирана 10 тысяч гостей. Далее по численности граждан, проявляющих интерес к отдыху в Азербайджане, следуют Грузия, Индия и Пакистан. Госагентство также отмечает, что в сравнении с соответствующим отчетным периодом 2019 года, в минувшем феврале турпоток из Юго-Восточной Азии вырос на 44%, Южной Азии на 33%, а из Африки на 21%. Управление